В Ненецком округе установят нулевую ставку налога для начинающих предпринимателей. Такое решение приняли окружные парламентарии на заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету при обсуждении проекта закона об особенностях налогообложения при применении упрощенной и патентной системы налогообложения. Ожидается, что принятая правовая норма будет стимулировать в регионе процесс развития малого бизнеса. Президент России Владимир Путин подписал закон о двухлетних налоговых каникулах для начинающих предпринимателей. Налоговая ставка в размере 0% может быть применена в производственной, социальной и научной сферах. Закон Ненецкого округа, который будет принят в двух чтениях на ближайшей сессии собрания депутатов, установит нулевую ставку при применении упрощенной системы налогообложения для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, обрабатывающее производство, научное исследование и разработка, образование, врачебная практика, предоставление социальных услуг, прочая деятельность в области культуры, деятельность спортивных объектов, физкультурно-оздоровительную деятельность. При применении патентной системы налогообложения на освобождение от налогов могут рассчитывать предприниматели, занимающиеся обучением населения, социальными услугами, проведением занятий по физкультуре и спорту, медицинской или фармацевтической деятельностью, изготовлением изделий народно-художественного промысла.